Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 159, из раздела «Сравнение десятичных дробей». Найдите какую-нибудь обыкновенную дробь, которая больше 0,1, но меньше 0,2. Дробь 0,1 – это дробь 1/10, это дробь может быть равно 1/100 и так далее. 1/1000, какая нам будет удобна. Аналогично 0,2 – это 0,2 или 20/100 получается. Мы должны сравнить, поставить на второе место такую дробь, которая будет меньше 0,20, но больше 0,10. Это может быть дробь, ну, например, 0,17. Это будет дробь, которая больше 0,10, но меньше 0,20. 0,1 меньше 0,17, но больше, чем 0,2. Дробь, которая стоит между числами 0,1 и 0,2. Дробь 0,17. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.